Виктор Баринов. Я изучаю паранормальные явления. Я набрал команду, чтобы снять свой первый документальный фильм. Мы не профессионалы в этом деле, вот. Но тема достаточно интересная. Надеюсь, вы посмотрите ее и оцените нашу работу. Сейчас мы с вами находимся в лесной глуши. Многие люди любят отдыхать в таких местах, любят природу. Но знаете, за всей этой красотой может скрываться ужас. Именно про этот ужас и будет наш документальный фильм. Лесной ужас.
В этом лесу происходят страшные события. В последнее время все чаще находят изуродованные тела. И всему виной существо, которое обитает в этих краях. Местные жители уверяют, что постоянно слышат очень странные звуки, от рычания до каких-то истошных воплей. Описания внешности часто расходятся между собой. Кто-то видит небольшое существо, а кто-то утверждает, что оно минимум 2 метра ростом. Единственное, в чем согласны абсолютно все, это страх и смертельная опасность, которая исходит от чудовища. Правда это или вымысел? Может, таким образом местные жители пытаются просто привлечь к себе внимание? На эти и другие вопросы мы сегодня попытаемся найти ответы. В последнее время здесь очень часто стали пропадать люди. Многие считают, что это всякие маньяки, психи и прочие недоумки. Но есть ряд доказательств, которые говорят о том, что это дело лап монстра, чудовища, не человека. Сейчас мы вам попробуем доказать все эти вещи. Нашей команде удалось найти несколько свидетелей, которые могут подтвердить существование монстра. Они были так или иначе с ним связаны. Верить им или нет, это уже дело каждого. На самом деле, кроме слов, больше ничего у них нету. Но давайте послушаем их. Здравствуйте. Меня попросили рассказать о том, как на меня напало чудовище, и сейчас мы находимся на этом месте. Это, собственно, Лосиный остров. И нападение чудовища произошло вот здесь не так давно, где-то в районе 4 месяцев назад. Я возвращался с работы, я был довольно подвыпившим, но и меня стало нехорошо, я прикорнул к вот этому вот дереву и услышал треск веток из тех вот кустов. И потом я увидел медленно приближающийся ко мне силуэт, довольно какой-то довольно невнятный силуэт. Я не мог сразу понять, что это. Я думал, что это человек. Думал то, что меня сейчас примут правоохранительные органы, но это оказался монстр. Он был высотой где-то под 2 метра, и он бросился на меня, повалил меня, я ударился башкой об это дерево, и он пытался меня съесть, но его спугнули фары проезжающего мимо мотоцикла. Я чудом выжил, но тем не менее я выжил. А монстр скрылся в неизвестном направлении, возможно, туда, откуда он и пришел. Я очень напуган. Мне страшно находиться на этом месте опять. Потому что каждый вечер, выпивая бутылку пива, я вспоминаю о том, как на меня напал монстр из кустов, которого я не мог разглядеть. Меня зовут Антонов Максим. Я бывший студент-кинематографист. Теперь работаю на известного продюсера, на Сергея. И в тот день он дал мне задание, отправил в местный лес снимать репортаж о незаконной вырубке лесов, которая якобы там производилась. Я собрался, взял камеру, микрофон и отправился на место. Уже с самого начала что-то шло не так. Эти звуки, они словно заполняли мою голову и... А еще в воздухе смертью пахло. Я прибыл на место и увидел всюду разбросанные инструменты, каски, пилы и очень много крови. Затем я услышал какой-то шорох. Он был всюду. Я озирался по сторонам, пытаясь найти источник этого шороха и знаете что? Я его нашел. Это было странное существо, я видел его мельком. Это был демон. Это был чертов демон! Виндиго Йетти. Я точно это знаю. Эта тварь очень тяжело дышала, я слышал ее тяжелые шаги, и... Я не помню как и какими силами, но я смог от нее удрать. Я бежал через весь лес, и как будто второе дыхание открылось. А позади, за своей спиной, я слышал страшный рев этого существа. Мне удалось спастись, но
Оно до сих пор меня преследует. Оно навсегда теперь останется вот здесь. И отсюда уже никуда не уйдет. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и это моя история. Как-то раз, несколько лет назад, я пошел со своими братанами в лес. И наткнулся там на нечто сверхъестественное. Дело было так, я вообще человек, знаете, пугливый и боюсь леса, вообще всего вот этого вот. Особенно ночью, я терпеть не могу ходить в лес ночью, но меня заставили. Мы заблудились, долго не могли найти выход из леса и в итоге решили остановиться на привал. Занимались разным, кто-то жрал, кто-то спал, а кто-то бахался наркотой. В общем, и вдруг мы услышали странные звуки. Мы, разумеется, разбрелись кто куда, как вдруг вылезла это. Я не знаю, как это описать, но, наверное, скорее всего, это было похоже на йети. Да. В общем, и мы разбились кто куда, стараясь сохранить свои шкуры, но, к сожалению, некоторые погибли, к сожалению, большому моему. И что ж, многих из нас сейчас психологические травмы, кто-то до сих пор ходит к психиатрам, психологам, в том числе и я. Но, тем не менее, мы выжили, мы смогли спастись. Вот такая моя история. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Я гулял по лесу одним прекрасным летним днем. И вдруг неожиданно я увидел какое-то непонятное очертание существа. Я сперва подумал, что это может быть кошка, потому что оно было какой-то низкого роста. И я решил заглянуть за дерево. И то, что я там увидел, меня повергло в шок, потому что это было какое-то просто непонятное чудо-юдо с шерстью, похожее на йети, или, может быть, на какое-то другое существо. В общем, когда я его увидел, я понял, что надо бежать. И я просто тупо, как бы, сбежал из леса. Ну, я, конечно, не орал там, типа, «А, помогите, спасите чудовище!» Я, короче, просто решил уйти. Оно даже пыталось меня догнать, но, типа, блин... Короче, я просто сдрыснул и, типа, не стал особо там вникать, кто это, потому что, честно, я немножко стуханул. Там было что-то непонятное. Вот. Потом я подумал, что, может быть, стоит пойти в милицию и рассказать о том, что я увидел. Но, зная нашу милицию, я понял, что это бесполезное занятие. И я решил просто забыть этот день и этот момент. Но, к сожалению, конечно, забыть такое очень тяжело. И у меня до сих пор стоит перед лицом вот эта вот морда, меховая морда непонятного существа. Вот, да. Знаете, когда есть теория, есть и те, кто пытается опровергнуть эту теорию. Я сейчас говорю про людей, которые не верят в существование этого монстра. Таких людей обычно называют скептики. Вот. Мы нашли одного из них, кто яро протестует против этой теории. Давайте послушаем о том, что он говорит. Я сомневаюсь. Меня бесят люди. И те, кто верит в эту ссанину. Это все пиздеж. И провокация. Я не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Вот вы и послушали мнение скептика. Но у нас есть еще одна история. Более мистическая, более загадочная. Это история о возможном происхождении этого существа. Ее нам поведает местный историк. Здравствуйте, дорогие друзья.
Знаете, то, что я увидел, меня очень сильно удивило. Вот это животное, которое показали нам, это очень редкий зверь, имя которому на латыни Mordus vulgaris, а на нашем языке его все зовут Мордуном. Этот зверь живет в южных широтах. Он живет в степях, он питается местными сусликами. Но на самом деле этот зверь — это страшный хищник. Он готов съесть абсолютно любое существо на своем пути. Он всегда, всегда голодный. И ему всегда требуется пища. Это очень страшное существо, которое, за которым всегда очень интересно и очень опасно наблюдать. Очень многие из тех, кто наблюдали за Мордуном, как правило, попадали в его поле зрения и умирали. Но мне кажется, самому невероятна та мысль, что Мордун может жить в наших широтах, в нашем лесу. Возможно, это какой-то новый вид Мордуна. Если это действительно так, то этот вид надо очень-очень внимательно изучить. Знаете, исходя из того, что сказал подсудимый, я ему скорее поверю, чем не поверю. У Мордуна действительно очень страшные повадки. Его главное оружие — серпы, когти и острые зубы. Их даже называют лесными вампирами. А почему? А потому что первые исследователи Мордуна в далеких южных лесах, под Воронежем, нашли его жертв с прокушенной шеей и насухо выпитой кровью. Поверьте мне, друзья, это очень-очень страшное зрелище, которое мало бы кто захотел видеть в реальной жизни. Мордун всегда славится тем, что он нападает сзади, вонзает когти в тело жертвы, парализуя ее. Хотел бы сказать, что на когтях этого Мордуна смертельный яд. Так что даже если Мордун вас не укусит, одно лишь попадание его когтей, и вы, к сожалению, покойник. А затем Мордун, уцепившись в жертве, укусит ее в шею своими острыми зубами и моментально выпивает ее кровь. Таких мордунов очень мало. Это реликтовый вид. Их очень интересно изучать. Но кто знает, если действительно Мордун живет в наших широтах, это может быть уникальная возможность изучить его, не выезжая слишком далеко. Боже, неужели это правда? Неужели Мордун действительно живет у нас, в наших широтах, в Подмосковье? Если это действительно так, то людям грозит жуткая опасность. Но, с одной стороны, пусть это и жуткий, и опасный хищник, но все равно Мордун – очень интересное существо, которое я бы изучил с превеликим удовольствием. И я надеюсь, что когда-нибудь я напишу диссертацию о Мордунах.
Это действительно очень интересные звери. Это все очень интересно, но полиция не верит в теорию про монстра. Они считают ее бредовой, так же как и скептик. У них даже есть подозреваемый во всех этих убийствах и пропажах людей. Давайте послушаем. Я тут слышал, что полиция поймала того чувака, который всех крошит. Бля буду, это он. Виновен, невиновен. Его накажут. Накажут. Было найдено очень много жертв со страшными ранами. Знаете, такие раны не мог оставить обычный человек. Давайте спросим у подозреваемого в этих убийствах, что он думает об этом. Что, уже можно говорить? Нельзя? А чё нельзя? А куда смотреть? А, то я? А ты кто такой? Да, я его нашел. А залез, сука, сюда, в дупло. Ходить покажу. Надо? Не надо, и мне не надо. Кому надо, тот пойдет посмотрит. Вам здесь не воняет? А мне воняет. Дети сейчас такие жестокие пошли, не знаю, откуда такая жестокость. А ты знаешь? А ты не знаешь? А чё не знаешь? Ну иди куда шел. Я тебя там сейчас спасу. Я тебя сейчас спасу. Я не виновен. Я совершенно невиновный человек. Я не знаю, зачем решили на меня повесить все эти убийства и преступления, но отвечаю, что я невиновен. Я просто гулял по парку. Просто люблю гулять по паркам, по лесам. Люблю фотографировать их. У меня есть целая коллекция фотографий. Но вешать на меня то, что я не совершал, это, конечно, чересчур плохо. Ведь я невиновен. Зачем мне их было убивать, если они и так бы сами рано или поздно умерли? Тем более я их и не знал. Я невиновен. Я невиновен. Я невиновен. Вы не поверите, но у нас наконец-таки появилась зацепка. Возможно, нам все-таки удастся доказать существование этого монстра. Внимание на экран. Иду, значит, я по улице с собакой. Вижу вдруг монстра. Собака, естественно, залаяла. Я подумала, что это животное больше похоже на лису. Тут явно монстр. Собака залаяла. Монстр начал нападать на мою собаку. Собака кинулась на этого монстра. Они начали цапаться. Там цапались. И получилось так, что собака у монстра оторвала клок шерсти. У меня есть как доказательство клок его шерсти, который я могу потом предъявить как бы, ну, в дальнейшем. Поскольку теперь у нас есть клок шерсти этого монстра, мы попробуем отнести этот клок ученому. Пусть он его исследует, проводит над нем опыты. И потом мы узнаем, чей это клок в итоге. Как криптозоолог с огромным стажем, я изучил этот потрясающий артефакт, этот клок волос. Сначала я думал, что это Бигфут. Потом, что это может быть даже Big Hand. Big Head, Big Eye или Big Ear. Но такой характернейший клок волос, или, вернее, шерсти, это с огромной долей вероятности очень редкий вид, которому мы еще не придумали латинского названия. Хотя я бы сказал, что вульгарис там было бы точно. Известный криптозоолог Аскольд Тутылопридирский, кажется, его зовут, когда-то описывал что-то очень подобное, только это была чешуя. Мы нашли человека, который готов показать место, где на него напал этот монстр. Пусть он нам сейчас проведет экскурсию, расскажет, где и как его пытались сожрать. Думаю, это будет очень интересно. Поехали. Вся эта ситуация произошла именно здесь. Он на меня навалился и пытался меня разорвать в клочья, но я отбился от него. После этого я перевернулся вот до сюда,
И здесь он снова на меня лег сверху и начал мне пытаться шею вырвать. Но я как-то справился. После я его отбил ногой ему в живот и перевернулся назад и пытался убежать. Но споткнулся вот об это дерево. Вот, и чуть не погиб, в общем, в этой ситуации. То есть я не знаю, как мне повезло выжить в этом моменте. Как вы думаете, может быть, у этого монстра был брачный период? Возможно, потому что у него что-то стояло между ног. Он пытался с вами спариваться? Мне кажется, да, но я пытался допустить всего чего угодно, но только чтобы его пенис никак не дотронулся до моих штанов. А до губ? Тем более. А как вы думаете, он спаривал своих жертв? Я думаю, всех, кроме меня. То есть это все-таки был брачный период? Я почти уверен. Просто я гетеросексуал, и как бы на меня это не действует. Вы толерантен? Частично. Что вы можете сказать про тенденции в Америке, которые сейчас идут? Они мне чужды, потому что я вырос здесь, тут это не принято. И всегда, когда я вижу хоть какой-то пенис, мне сразу грустно, потому что это не мое. А когда вы видите свой пенис? Это единственное, что меня радует. Мой пенис. Ясно. А скажите, у монстра был большой пенис? Ну, вот такой. Где-то такой. Не такой уж он и монстр. Такой. У него были яйца большие. Пенис так. С чем вы можете сравнить его яйца? Яйца дракона. Как детская игрушка. Знаешь, яйца дракона? Вот такие. Они как пластиковые были. И с них текла какая-то жесть. Зеленые? Желто-зеленые, как сопли. Возможно, это был гной. Я надеюсь, что это был гной, а не что-то более интимное. Ну вообще, как вы сами оцениваете вашу встречу с монстром? Вы счастливы, что вам удалось выжить? То, что выжить, да, но встреча мне показалась неприятной. Ну, а что людям вы посоветуете, чтобы встреча с монстром была приятной? Во-первых, быть гомосексуалом. Во-вторых, носить стринги. И быть сейчас счастливым геем. Наверное, так. А девушкам будет приятна эта встреча? Честно сомневаюсь. Потому что выглядит это все неэстетично. Была еще такая вещь, что монстр напал на собаку. Как думаете, он спаривался с собакой? Я думаю, собака погибла. Если это было. Я не уверен, что он спаривался. Вы правильно думаете. Собака погибла. Вот это меня и пугает. Что все живые существа, кому попадаются ему, приходит конец. Что такое? Я в шоке. Я в шоке от происходящего. Мы хотели докопаться до истины, но кажется, мы копнули слишком глубоко, слишком интимно. Мне очень жаль, что я причастен к этой ситуации. Я бы не хотел в ней быть. Теперь ваше лицо увидит весь мир. Очень жаль. Я огорчен. Спасибо вам за интервью. И вам спасибо. Мы нашли свидетеля, у которого этот монстр съел друга. Этот свидетель потерял не только друга, но еще веру в будущее. Давайте послушаем его. Я пошел гулять с собакой. Собака от меня убежала. Вот. Я бросился ее искать. И на меня напал кровожадный злой монстр. Я от него еле-еле отбился. У меня вся футболка в крови. Вот. Я отмахивался, отбивался. Еле-еле. Он меня чуть не съел. Я чуть не умер. Запись пошла. Первый раз, когда это произошло со мной, это было около года назад. Да, может быть, полтора года, точно не помню. В тот момент я отправился в экспедицию в лес. Нас было двое, я и мой товарищ, и мы, фотографы, занимались фотографией и решили там остаться, взяли палатки, естественно, все снаряжение, которое необходимо для туристического похода.
Решили там заночевать, потому что долго добирались, а к вечеру сделали неплохие снимки, устали и разбили палатки, взяли костер. В общем, как-то все было нормально. И так вышло, что где-то в полночь мы услышали странный рев из лесу, из тьмы, из чащи. В полночь мы уже, в принципе, засыпали, то есть мы довольно-таки рано уснули, потому что очень сильно устали за день. И услышали странный рев. Подумали, что какое-то животное, решили пойти проверить, что там происходит. У нас с собой из оружия было только пару ножей и электрошокер. Мы выходим, ничего не видно, рев кончился, его больше не слышно. И стоим, прислушиваемся, ждем. Ждем, минут пять проходит, ничего. Думаем, ну ладно, может быть, медведь, там волк, что показалось, там, не знаю, в конце концов. Собираемся все обратно ложиться спать, и вдруг опять этот рев. Мы начинаем доставать наши софиты, у нас было с собой там вспышки, саутбоксы с переносными зарядниками, пауэрбанками. В общем, было световое оборудование, потому что мы планировали много чего нафотографировать. Включили, пошли искать в лес, что там такое. Достали ножи, шокеры, ну, чтобы отбиваться от животных, в крайнем случае. И решили разделиться на какой-то момент. Господи, это была самая идиотская затея в моей жизни. Через минут 10 мы заблудились и уже не слышали друг друга на крики «Ау-ау». И я и помню, как сейчас. Я иду вдоль деревьев, мимо ночного леса. Вдруг что-то сбоку. Огромное, темное. Все будто бы покрыто какой-то то ли шерстью, то ли чешуей. Темно было, я особо не разглядел. С собой у меня было только обычный фонарик, да, фотоаппарат. Я, естественно, перепугался, закричал, начал убегать. Это начало гнаться за мной. Оно погналось за мной, и в какой-то момент оно меня смогло догнать. Чудом я смог отбиться. Оно не слабо меня потрепало. Хватило за руку, начало царапать, пытаться разрывать и грызть. У меня до сих пор остались шрамы на руке. Я отбился от него. Я достал нож и начал пырять ему прямо в районе почек, где они должны быть у человека. Это не было человеком. Я не знаю, что это. Большой ли медведь или волк. Для любителей мистики, может быть, это снежный человек, йети, веревульф, оборотень. Но нож его особо ничего не сделал. Поэтому я достал шокер и начал его херачить по полной программе током. Спустя три удара оно отпрыгнуло от меня. И я дал драпу как можно изо всех сил. Простите, немножко волнуюсь. Я вернулся к нашему лагерю, нашел его только через полчаса. Очень устал, выдохся. Товарища нет. Его нет. Он не смог вернуться. Я собрал все, что можно, все вещи, но понимал, что идти по ночному лесу, выходить куда-то, это глупо. У нас ни машины, ничего, мы добрались на поезде, а дальше пешком пошли. В итоге я все собрал, вооружился как только мог, какие-то бутылки там разбил, чтобы были, ну, розочки, которые можно отбиваться. Достал пустые банки из-под консервов, у нас также была нить. На нити привязал нитку к палке, огромное количество, ну, вокруг своего лагеря, вокруг палатки и костра. Поставил палки, обвязал нитками и приделал банки консервы друг к другу, чтобы если я услышу существо, которое подходит, был грохот, и я смог его узнать.
Но я так и не уснул в ту ночь. Я дождался рассвета и окончательно все собрал. Начал искать друга. На это ушло у меня часов 6-7. Ну вот, если получается в 5 где-то посветлело, наверное, ну да, где-то к 12 я понял, что если он и выбрался, то выбрался самостоятельно. Но он не выбрался. Нет. Мы нашли запись, которая запечатлила человека, который гулял, но вдруг в какой-то момент он услышал странные звуки и дал дёру. Давайте послушаем, что там было. Знаете, есть еще один человек, который пережил встречу с монстром. Давайте послушаем его. Я стал свидетелем, гулял как-то в лесу, увидел. Ну, мне показалось, что это было животное. Но как бы при детальном рассмотрении я понял, что это какой-то монстр неопознанный. И я решил как бы, у меня была в машине арматура, я взял и решил как бы его, может, как-то устранить, чтобы, мало ли, чем он там занимается. Ну и получилось так, что я попытался к нему подобраться, подобрался и получается, что огрел его. Хотя не получилось, он слишком сильный, и ему как бы это все было пофигу. И, короче, вот получилось только спасаться бегами, пока он там как-то пытался, так сказать, встать, очнуться. Ну, как бы на него подействовал только первый удар. А все остальное, как бы, я уже понял, что надо делать ноги. Похоже. Все. Похоже, события уже происходили. И не раз. В 1950-е годы, так же, как и сейчас, находили изуродованные тела. Также были свидетели, которые утверждали, что видели монстра. Был даже частный детектив, который хотел доказать слова этих людей. Позже он утверждал, что монстр и вправду есть, но доказать его существование практически невозможно. Также он очень хорошо скрывается от людей и показывает себя непосредственно перед нападением. Позже, на очередном изучении местности, этот детектив пропал. С тех пор его больше никто не видел. В 80-е годы прошлого века тоже происходили похожие события. И теперь перед нами встает еще один вопрос. Неужели монстр уходит в спячку на десятилетия? Или это просто совпадение? Местные жители в панике, они не представляют, как им жить дальше. Если получится доказать существование этого монстра, то, возможно, на его поимку отправят вооруженных профессионалов, чтобы они смогли обезвредить это существо. Но до тех пор люди будут жить в страхе перед неизведанным. Что же все-таки это? Монстр или городская легенда? Сенсация! Наконец-таки нам удалось обнаружить запись, которая запечатлила монстра. Просьба всех впечатлительных и особо... Короче, отойдите от экрана. Вы видели? Вы это видели? Мы доказали, что есть монстр.
Это самое важное. Знаете, пока мы снимали этот фильм, произошло много странных. Меня покусали комары. Я устал. Я очень рад, что все это заканчивается. Знаете, если бы я изначально знал, что все так получится, я бы оставил это все давно в ящике. Но мы были рады, что вы посмотрели это кино. Надеюсь, вам понравилось. Если вам не понравилось, то извините. Так что до свидания.
Еще раз. Ты, короче, скажи, что поймали подозреваемый, и он во всем виноват. И минуту все. Так рассказывай, короче, что... Меня на минуту не хватит. Ну, с нас сколько хватит, в общем. Ну, Иван и так хочет фильм на час сделать. Уже вижу, что не хватит. А чей фильм-то, кстати? А? Чей фильм? Совместный. А, круто. Два, три. Здравствуйте. Мы находимся сейчас в парке. Все люди любят парки, потому что в парках очень весело. Сейчас, подожди. Блять, ну хуйня. Сейчас. Я думаю, блять, может что-нибудь сказать про природу, бла-бла-бла, а потом переключиться, что парки таят в себе много опасностей и вся такую дичь, да? Поехали. Здравствуйте. Мы сейчас с вами находимся в лесной глуши. Многие люди обожают природу, обожают гулять в таких местах. Но за всей этой красотой таится неизвестная опасность. Мы с нашей командой подготовили об этой опасности документальный фильм. И сейчас вы его увидите. Раз, два, три. Поехали. Здравствуйте. Сейчас мы находимся... Блин, я не выговорил слово. Давай, пересъем. Здравствуйте. Сейчас мы с вами находимся в луж... Блядь. Что ж такое-то? Три. Здравствуйте. Сейчас мы с вами находимся в лесной глуши. Многие люди любят отдыхать в таких местах, многие люди любят природу, но за всей этой красотой скрывается опасность. Именно про эту опасность мы решили снять документальный фильм. Приятного просмотра. Здравствуйте. Сейчас мы с вами находимся в лесной глуши. Многие любят... Блять, давай еще раз. В последнее время в этой местности стали пропадать люди. Многие считают, что это на них нападают обезумевшие маньяки, но у нас есть другая теория. На самом деле в этой местности обитает чудовище, монстр. И мы нашли ряд свидетелей, которые могут подтвердить эти догадки. Сейчас мы вам все расскажем. В последнее время в этой местности стали пропадать люди. Многие уверены, что на них нападают обезумевшие маньяки. Но на самом деле есть ряд доказательств, который утверждает, что... Блять, нет, не утверждает, блять, как... Я Виктор Логинов, исследователь паранормального явления. Блять, паранормальных явлений. Давай еще раз. Погнали. Я Виктор Баринов. Я изучаю паранормальные явления. И мы с моей командой решили снять документальный фильм об одном таком явлении. Это наш первый документальный фильм. Ёбаный трактор. Два, три. Ну вот вы и послушали мнение скептика. Вот. Но есть более интересная история. На самом деле, у этого монстра, про его происхождение, есть достаточно интересная история. Блять, нет, бред сейчас. Давай заново. Вот вы и послушали слова... Блять, давай еще раз. Вот вы и послушали мнение скептика. Теперь давайте послушаем более интересную историю. Это история о происхождении этого монстра. Точнее, о возможном происхождении этого монстра. Ее нам поведает историк. Вот вы и послушали мнение скептика. А что, если я скажу, что есть более мистическая история? История происхождения этого монстра. Возможного происхождения. Ее нам поведает один очень... Это все очень интересно. Но полиция, так же, как и скептик, они не согласны с теорией про монстра, потому что они считают ее бредовой. Они даже поймали подозреваемого... Бля, сука! Давай еще раз. Вы не поверите, но у нас появилась зацепка. Мы наконец-таки можем попробовать доказать существование этого монстра. Внимание на экран. Поскольку нашли клок шерсти монстра, мы решили ее... Блять, давай заново. Как криптозоолог с огромным стажем, я изучил клок волос.
Всем привет, нахуй. На связи Ерёма, нахуй, блядь. Тут, блядь, говорят, монстр, нахуй, появился, блядь, в наших краях, сука, блядь. А, ну я, блядь, вырвал, нахуй, охоту, блядь. Блядь, и вид, нахуй, вчера мужиками, нахуй, и водку, блядь, пили. А они, нахуй, говорят, блядь, а, нахуй, люди, блядь, пропадают, нахуй. Ерёма, блядь, чё там, нахуй, блядь. А я говорю, а хуй ты, блядь, ты, сука, блядь, петухом, нахуй, был, нахуй, на шконке, блядь. Хуй ты мне, блядь, сказки, нахуй, рассказываешь, блядь. А я говорю, я буду, нахуй, реально, ебать, монстр, блядь, завелся, нахуй. Люди, блядь, очкуют, нахуй, пиздец. Я, блядь, решил, нахуй, сам, блядь, убедиться, нахуй. Взял, блядь, камеру, нахуй, и пошёл, блядь, снимать, нахуй, пидорас этого, блядь. Ну, ладно. Посмотрим, нахуй, чё тут, блядь, найду, нахуй. Пиздец, блядь, дохли, нахуй, уже всякие, блядь, монстры, нахуй, в лесу прячутся, блядь. Чё за хуйня, блядь, происходит вообще с миром, нахуй? Блять, откуда нахуй? А у нас там, блять, монстры могут, блять, жить нахуй. Что за пиздец, блять? Какой-то ебанько, наверное, блять, ходит тут нахуй. Убивает всех, блять. А говорит, монстры нахуй, блять. И хуя, блять, надо нахуй. Людей, блять, это, блять, наказывать, пидорасов этих, блять. Убивают нахуй всех, блять. Я, блять, не понимаю, вот пойдет, блять, бабулька нахуй за грибами. И хули, блять. И нахуй, как, уебут нахуй, она, блядь, конит нахуй, двинет, блядь. И чё, блядь, монстр нахуй, никакой хуя, блядь, там, это, маньяк, блядь, какой-то, блядь. Блядь, не понимаю, нахуй, какой, блядь, монстр, что за нахуй, блядь. Вал, блядь, это нахуй, медведь, блядь. И чё, блядь, не знаю, как нахуй, с медведем, блядь, справиться, нахуй. А медведь такой подойдёт, я скажу, это нахуй, блядь, пидорас бурый. Хуй ты, блядь, мне тут, нахуй, кулаки свои точишь, блядь. Ахуй, блядь. Я не понимаю, люди, блядь, боятся, нахуй, всего, блядь, шороха, нахуй. А, блядь, мой батя, нахуй, говорил, сука, не бзди, блядь, а то обосрёшься, нахуй. А я такой, а я и так, блядь, обосрался. Ну, это, блядь, короче, нахуй, это... Я, блядь, такой, иду, нахуй, ищу, блядь, такой, нахуй, этих уёбков. А тут, блядь, нахуй, на дереве, блядь, когти, нахуй, вижу. Вот они, блядь. Пиздец, реально тут, блядь, монстр, нахуй, завёлся в краях наших, блядь. Откуда, нахуй, блядь? Вот, сука, блядь. Ну, блядь, пиздец, ебаный, я не понимаю, нахуй. Откуда, блядь, тут, блядь, монстр мог, блядь, жить? Люди, нахуй, реально пропадают, нахуй. И чё, блядь, делать, нахуй? Не понимаю, нахуй, блядь. Ну ничего, ничего, прорвёмся. Нахуй. Вот попадётся мне, блядь, этот монстр, нахуй. Я сразу скажу. Ну ты чё, блядь, нахуй, чё пошла, блядь? Ну-ка иди сюда, нахуй, блядь. Я лежал ебальник, нахуй. На расшибу, блядь, нахуй. Как уебу, нахуй, сука, блядь, а сраться будешь, нахуй, до конца своих дней, блядь, петушара, блядь. Ну-ка иди сюда, блядь, пидорасина, блядь. Чё ты, нахуй, обосрался, блядь. Я тебе ещё как пизды дам, нахуй, будешь, блядь, нахуй, знать, нахуй, блядь. На кого, нахуй, пиздеть, блядь. Я, нахуй, охуенный, блядь, мужик, блядь. Я, между прочим, блядь. Всем, блядь, могу пиздюлей, блядь, дать, нахуй, что, блядь, потом пиздец, нахуй, блядь, будут, нахуй, вспоминать, блядь, всю жизнь, нахуй, блядь, зубы будут собирать, нахуй, по всему, блядь, лесу, блядь. Вот, сука, блядь, разозлил меня пидорас этот, блядь, пушистый, блядь. Вот, сучара ебаная, блядь, ну я ему, нахуй, блядь, встречу, блядь, как, нахуй, в пиздерю ему, нахуй, будет, блядь. Знать, пидорас этот, блядь, на кого пиздеть, блядь, сука, блядь, пиздец, нахуй. Ну, блядь, ну, сука, пиздец, блядь.
Ну, короче, блядь, помню, бухаем с мужиками, блядь. И один такой говорит, и Рома, блядь, хуй ты нахуй, сука, блядь, пьёшь, пидорас, ты чё, сука, блядь, один нахуй. А я говорю, ты, сука, за базаром нахуй следим, пидорас, блядь, петух. Я в тишинах, нахуй, пизды нам, блядь. А он нахуй, блядь, обосрался, походу, сразу. Но, сука, сказал, ты, блядь, не скидывался на водку. Так, сука, не пей, блядь. А я говорю, да ты, сука, охуел, блядь. Я, блядь, рос нахуй в этих краях, блядь. Чтобы мне какой-то, блядь, петух, нахуй, запрещал водку, блядь, пить, нахуй. Я сказал, ну, сука, блядь. Ну ты, блядь, напросился, пидарас, блядь. Как встал нахуй, блядь, так он нахуй сразу лёг, блядь. Я ему как в пиздецу, блядь. Он нахуй потом, блядь, обоссался, сука, обосрался, обливался. Я, блядь, сказал, ну, сука, блядь, получил, блядь. Бурно, нахуй, как ерунда, блядь, пиздец, блядь, чё-то, блядь. Сука, блядь, нахуй, ты чё, блядь, уёбок? А ну пошёл нахуй отсюда, чтоб я тебя, блядь, больше, сука, блядь, не видел тут, пидорас, блядь. Ну и всё, нахуй, больше его, блядь, никто не видел. Его, блядь, монстр сожрал, блядь, тут. А ещё, блядь, помню, нахуй, историю, блядь. Такой, нахуй, бухаю с мужиками, блядь, всё нормально, нахуй. Смотрю, блядь, одного, блядь, нету, нахуй, с нами, блядь. Я такой, а где Василий, нахуй? Куда, блядь, пропал Василий, блядь? Они говорят, а хуй его знает, блядь. Нахуй, блядь, не пришёл, блядь, не пришёл, блядь, сегодня, нахуй. А я говорю, какой, блядь, нахуй не пришёл? Возили, блядь, всегда приходит водку, блядь, пить с мужиками. Какого хуя, блядь, он не пришёл? А я говорю, да хуй его знает. Ну и, короче, мы, блядь, пили водяру, нахуй, всё вроде бы, блядь, ништяково. А я, блядь, потом, нахуй, ну всё допили, блядь, пошёл домой. Смотрю, блядь, а он на моей жене, блядь, скачет. Пидорас этот, блядь, рога мне наставил, сука. Ай, блядь, я такой говорю, Василий, блядь, ну ты, пидорас. Какого хуя, блядь, ты мою жену, блядь, тут ебёшь, нахуй, на глазах у меня, блядь, ерёмы. Ты, блядь, знаешь, что я делю? Пизды там, нахуй, пидорас. Ну и, в общем, сначала ему как уебал, блядь, он нахуй упал. Обосрался, блядь, обливался, обоссался. Потом, блядь, жене своей говорю, ну чё ты, блядь, клава ёбаная, чё ты, блядь, сука, шлюха. Как уебал ей нахуй, она, блядь, упала, обливалась, обосралась, обоссалась нахуй. Я говорю, вот так, блядь, сука, будешь знать нахуй, как ноги, блядь, раздвигать, сука, блядь. В общем, я сказал, ты чё, блядь, мразь? Хочешь, чтоб, блядь, надо мной вся деревня, нахуй, тут, блядь, смеялась, блядь, рогачом меня, блядь, называла. И сказал, сука, блядь, ну ты мразь. И сказал, блядь, я тебя, блядь, на своей шее, сука, 30, блядь, ёбаных лет, нахуй, содержал, блядь. А ты, мразь, с Василием тут кувыркаешься. И сказал, ну ты, сука, блядь, ещё раз, как уебал Василию, блядь. У него нахуй зубы посыпались нахуй по всему полу, блядь. Сука, блядь, в подпол нахуй, потом, блядь, собирал их нахуй. Кажется, я слышал какой-то крик. Какой-то вой. Похоже на рёв монстра. Просто нахуй, блядь, не пойму, блядь. Ну нахуй, неужели реально, блядь, монстр нахуй тут, блядь, обитает? Ну и пизду, блядь, ерёма нахуй утекает, блядь. Всё нахуй, до свидания, блядь.